Всем приятного просмотра, всех приветствую и давайте продолжать. Так, нам сейчас нужно будет с вами найти кого-то на реке, да? Правильно я понимаю? Бароти должно быть самый счастливый человек в Европолисе. Ничто не способно напомни мне. Он будто человеческое... Не думала, Бароти всегда так тепло отзыв. Мне нужный. Похоже, Бароти облетел весь мир туда. Мне... Увидимся ладно. Позже, Бароти. Хорошо, Сиси. Увидимся позже. Да-да-да, давай увидимся позже. Я помню, что, по-моему, где-то возле реки нам нужно будет кого-то найти с вами, отдать флешку с криптой и забрать то ли информацию, то ли что-то в этом роде. Вороненок здесь, чтобы подсказать вам. Так, оно можно пройти? Можно ли мне пройти? И напомни... Погоди, может, ты мне напомнишь? Сегодня так, мы покупаем еду на китайский рынок, по крайней мере раз в неделю. Есть штаб предвыборной кампании у Минске, находится у базара пропасти рядом с наша квартира. Магазин Мира находится в Бриксе, офис Реза неподалеку от пристависты старых речных доков, прямо за памятником коллапсу. Покажи мне, по-моему, вот это, пожалуйста, да? Помнит коллапсу. Планируешь поездку вниз по реке? Получай, подружка ковбоя, доки пропасти прямо перед тобой. Если тебе вдруг понадобится веселый коренастый шестистволку и опасный ворон-ковбой, чтобы показать путь в любую точку пропасти, позови вороненка. Я понял, понял. Сильно долго это. Жалко, нельзя скипнуть. Много мьерда, но Рибус все еще держится. Думаю, на этих. Блин, давай сюда зайдем. Дримаман, подключенный. Посмотрим. К дримеру, заблудившийся в дримтайме. Не уверен, что нам сюда нужно. Ну, походим, посмотрим. Я помню, что я кому-то должен отдать флешку. Но тут же опять, тут вроде нет у нас мини-карты, ни на М, ни на куда. А на ТАП у нас вот флешка, криптовалюта. Миюани. Криптовалюта. Наиболее предпочтительная валюта в БРИК. Ясненько. Так, а давай мы к тебе подойдем. Может, ты мне подскажешь? Закончил работу? Так точно. А где все? Ушли по следам истории, оставили меня управлять кораблем. Ты разве не агитируешь сегодня днем? А на что похоже то, что я делаю? Не агитируешь? Беспокоишь меня? Конечно, это так выглядит. Но на самом деле... Пока! Не смей опаздывать, я буду в своем любимом фартуке. Да, хорошо, значит, не к тебе. Ладно. Блин, один, два, три, нет, тут ничего такого нету. Реально, ничего такого нету, чтобы подсказывало нам. Надо было пересмотреть прошлую серию, наверное. И отправляться. Ладно, давайте возле воды побегаем. Знаете, в ее сторону летит много мьерда, но Рибус все еще держится. А потом на крайняк вернемся назад. Ну, если мы не найдем то, что мы ищем. Блин, а пусть эта лодочка вот эта вот будет, да? Не. Не сюда я смотрю. Ладно. Эй, ты потерялась? Не проблема. Я могу подсказать. Я раньше его где-то видела. Так, это хорошо, что ты где-то его видела, но... Так, добрый давай день. Поговорим. Добро пожаловать в квинтэссенцию товаров от Квинни. Вы ищете что-то конкретное? Я ищу Квинни. О, мадам сейчас никого не принимает. Если хотите, я могу показать вам ее последние творения. Я пришла не за покупками. Мне нужно поговорить с Квинни. Не могла бы ты спросить, нет ли у нее свободной минутки? Как сказать? Вы что-нибудь принесли? Принесла что-нибудь? Например...
Мадам Квинни – уважаемая фигура в этом сообществе. Чтобы увидеть ее, вы должны продемонстрировать уважение подарком. Чем-нибудь ценным. Чем-то, что докажет, что вы пришли обсудить важные дела. И что бы это могло быть? Лыжка, да? Уверена, вы найдете что-нибудь на свой вкус, что отразит значимость потенциальной встречи с... Так, может, ты лыжку возьмешь? Один небольшой толчок, а на руке никто не узнает. Давай, бери. Почему-то я думаю, ты же не хочешь стать самой разыскиваемой. Ясненько. Ну? Давай тогда искать. Бонжур. Байдзю. Китайское вино. Похоже, дорогое. Вы передумали? 20 000 – это невероятно выгодно. Я не могу себе этого позволить. Вы упускаете выгодную сделку. 20 000 – выгодная сделка, ладно. Так, что с тобой? Это называют китайским рынком, но это смесь всех. Ты не хочешь, да, взаимодействовать? 360! Больше 350 не заплачу. Так, вино. Я предпочитаю дешевое светлое пиво и некрепкий чай. Здорово. Как грубо. 350. А если мы сделаем вот так? Ох, ради бога. Разница всего в 10 юаней. Знаете что, я оплачу эту разницу. Снимите с моей карты. Может, теперь вы, ребята, наконец прекратите? Что? Как вы смеете? Простите? Всего 10 юаней, это же ничто, да? Ничто? Ничто? Это ты ничего не понимаешь. Дело не в деньгах, дело в уважении. Шайса, пута, ты растоптала мое достоинство. И остался без него. Смотри, вон внизу, на земле. Видишь? Нет, я не потеряю свое достоинство из-за этой дупа. Я заплачу полную цену. Сколько там? 20 сотен юаней? Вот. Вам стоит приходить почаще. Я... это не... что? Что только что произошло? Я только что заработала 800 на вашем маленьком шоу. Да неважно. Чем я могу помочь? Продам вам все, что захотите, по особой цене. А мне вот это вот подарок нужен, можно? Бутылка Байдзю. Эту бутылку, Байдзю. У вас замечательный вкус. Лучшее китайское вино. Самый престижный подарок. Как-то чересчур мобу пор подошли, да, ребят? Из учана редчайших семян и овлевых слез, выросших на зеленейших долинах внутренней Монголии. Я прямо чувствую запах риса из юрта. Звучит очень знакомо. Что-что? Ничего. Сколько стоит? Поскольку вы помогли мне, я предложу вам очень-очень особенную цену. Обычная цена 20 000 юаней, но я продам вам его всего за 5 000. Щедро, но все еще многовато. Может, вы предложите мне еще более особенную цену? Что? Вы в своем уме? Мелкозернистый рис из учана, монгольская слезная трава, оазисная попытка вода засчитана, из гоби. Попытка нет. Так, но у меня 2000 есть. Передумали? Вы не найдете бутылку настолько же хорошего вина за такую же низкую цену нигде в Бриксе. Не, слишком дорого. Ладно, давайте искать тогда. Байдзю. Китайское вино. Похоже, дорогое. А, девушка, вам что-нибудь подсказать? Да, мне нужно байдзю. Если сможешь мне продать байдзю, я буду очень-очень рад этому. Так, ну иди мне искать. Это вино. Привет. Не спешите. Скажите мне, если появятся вопросы или если будете так, готовы что-нибудь. Что, я могу тебя тыркнуть? Нет, не могу. Я не знаю, что тут нужно делать. Вы тут вроде больше нету ничего такого, да? Смотри по сторонам. Так, ну ты мне за 20 000 хочешь ее продать. Никогда такое не пробовала. Я знаете, предпочитаю дешевое светлое пиво и некрепкий чай. Я знал, простите? Что вы... Никто ведь не заметит пропажу одной маленькой вещички. Один небольшой толчок, и она в реке. Вы уже нашли подарок? Никто не узнает, что это. Стоп, нет, я не нашел подарок, потому что... Здравствуйте, дамочка. Ищите что-то конкретное? Да. Вино байдзю хочу. На, денежку. Угу, денежку ты не хочешь брать, ладно. Ладно. Ну все, здесь торговцев я больше не вижу, если честно. И куда нам идти? Ну продай за 2000, пожалуйста. Я не... С
совсем понимаю, что она продает. Передумали? Широкий ассортимент товаров? Вы не найдете товаров? Бутылку настолько же хорошего вина за такую же низкую цену нигде в Бриксе? Не, слишком дорого. Так, хорошо, но раз ты не хочешь, давай к этому торговцу подойдем, он тоже продает. Так. Как так получается, что женщина вон там продает точно такое же вино всего за 5000 юаней? Что? Ах, она мошенница! Мы ведь договорились об особой цене! Она продает дешевый контрафакт, сделанный из самого худшего из худших сортов синтетического риса и импортной космической воды. Но я не хочу, чтобы вы страдали от ее бесчестия и обмана. Я продам вам эту бутылку за 3000 юаней. С 20000 до 3000? Специальная цена только для вас. Только сегодня. Все равно слишком дорого. Это мое последнее предложение. Я и так теряю деньги. Окей, давай сбегаем назад. Давай подойдем еще максимально ближе, насколько это можно. Вот так, давай говорить. Я нашла другую бутылку вина. Такого же, как у вас, но дешевле. 3000 юаней. Что? Невозможно! Никто не продает это вино дешевле 15000 юаней. Должно быть, это другая марка. Точно такая же марка. Тогда подделка. Здесь в Бриксе вокруг одни подделки. Не здесь, конечно же. У меня все законно. Все, что вы видите на этом столе, настоящее. Конечно, но, как по мне, то выглядит оно так же. А раз уж подождите, я не вижу разницы... Подождите, я продам его вам за... две. Не могу поверить, что я это говорю. Две тысячи юаней. Шикарно. На, забирай. Надеюсь, вы довольны, что мои детки сегодня не поужинают. Это ужасно, но я смогу с этим жить. Вы безжалостно торгуетесь. Я это уважаю. Неужели? Неужели мы таки это сделали? Все, идем. Давай еще максимально близко с ним поговорим. Расскажем, что мы купили за 2000. Да еб твою. 3000 юаней и ни куая меньше. Понял. Тогда до побачення. Так, угу, не туда. Вот так вот. На, держи. Эта бутылка, байдзю? Редкие зерна, чистая вода, собраны вручную, очищена редким рисом и все остальное. Я вижу. Простите, но Квинни получает много бутылок дешевого байдзю. Оно не дешевое, честно. Это и в самом деле отличная бутылка вина. Я имею в виду, посмотри на ценник. 30000 юаней. Вы в Бриксе. Ценники здесь временные. Один момент, пожалуйста. Да, мадам? Это подойдет в качестве подарка. Спасибо. Теперь можете пройти и встретиться с мадам. Просто поставьте ваш подарок на стол и проходите. Она ждет вас. Спасибо. Да, без проблем. Пошли. Поговорим с мадам, наконец-то. Что-то мне вообще не клеится с этой игрой. Ступай потише, юные леди. Вибрации мешают мне сосредоточиться. Упс, простите. Нет-нет, и без разговоров. Мы сегодня закрыты, но судя по тому, что тебя пропустила моя девочка, ты по серьезному делу. Ага. Здрасте. Ну, типа того. Да. Я от компании Уминске. Уминска. Лея. Единство? Девочка, я хорошо знакома с социал-демократами. Выходит, ты работаешь с Бару Тимофаны. Он хороший человек, искренний. Заметно, что он верит в свое дело. А ты? Что? Почему ты в политике, юная леди? Зоя. Кастильо. Я в политике, потому что... Отчасти это потому, что я хочу изменить ситуацию. Может быть, это не вся правда, основная мотивация, или даже самый честный ответ. Но это правда. Я хочу что-нибудь изменить. Пытаться что-то менять не всегда так чудесно, как казалось бы. Поверь мне, я пожила на этом свете очень долго. Я провела вторую половину своей жизни, исправляя ошибки первой.
Полагаю, в этом есть своего рода симметрия. Со временем все мы понимаем, что у всех наших решений и действий есть последствия. Некоторые серьезнее других. И большинство мы даже близко не могли предвидеть или контролировать. Такова природа Вселенной. Я не уверена, что... Неважно. Кастильо, да? С испанского замка. Испанка? Аргентинка. Да. Что ж, что я могу для тебя сделать, Зои Кастильо? Вы, наверное, знаете, зачем я здесь. Я могу высказать обоснованное предположение, но я думала не совсем о работе твоей компании. Я думала в общем. Ищешь ли ты что-нибудь вообще? Я скучаю по папе. Я скучаю по себе. Я не скучаю по той, кем я была раньше. Ноющей, раздражительной. Я счастлива, что изменилась, но чего-то все равно не хватает. Я ищу что-то вроде примирения. Ну вот, это было не так уж и сложно, правда? Это было совсем неуместно. Я даже не знаю, почему я... Вообще-то нет. Теперь я знаю, с кем я разговариваю. Обсудим политику. Серьезно? Да, хорошо. Итак, мы, Лео Минска, социал-демократы, их... Нас интересует, не поддержать Минску и социал-демократов на выборах. Я знаю. Я думаю об этом. Видишь ли, Зои, для меня больше всего важно это общество и люди, которые полагаются на мое руководство и поддержку. Они доверяют мне и моим решениям. Я знаю, что мне нужно выбрать политическую сторону, и у этого выбора будут последствия. Синие отстали от меня и больше не беспокоили. Дитер Гросс – безопасный выбор, статус-кво. Вольфу я не верю. У меня нет никакого желания видеть его или его европейский рассвет с головорезами у власти. Последствия этой страшной страны неизвестны. Марксисты заняты риторикой, демонстрациями и шествиями, великими речами и даже грандиозными жестами. Я не думаю, что они встанут на моем пути, но они действуют мне на нервы. И у нас есть твои социал-демократы. Они компромисс. Обычно я ненавижу компромиссы, однако в этом случае крайности не очень привлекательны. Итак, все сводится к этому. Докажи мне, что твоя партия заботится об обществе и его людях, и ты заручишься моей поддержкой. Как мне это доказать? До сих пор Око успешно охраняло улицы от нежелательных. Но это не значит, что их совсем нет. Под городом существует другой город, населенный теми, кто пал в расселины. Люди без дома, без личности. Старые, молодые, дети. Девушка. Молодая девушка, Ханна Рот. Я поддерживала с ней связь. Но она пропала. Я не видела ее уже несколько дней. Я волнуюсь, что... Помоги Ханне. Найди ее. Скажи ей, что Квинни ее ищет. Если сможешь, приведи ее ко мне. Если нет, просто удостоверься, что она в порядке. Сделай это для меня, и мы вновь поговорим о политике. Я сделаю все, что в моих силах. Но с чего мне начать? Нелла Вилчик. Она торгует едой. К северу. Тележка с едой у башни Сишадри. Извините, но да, я знаю Неллу. Она моя подруга. Это невероятно странно. Нет совпадений, нет истории. Думаю, ты правильный человек для этой просьбы, обитательница замков. Ханна упоминала, что занималась какой-то странной работой для мисс Вилчик. Детали я не знаю. Предполагаю, что доставкой. Начну с Неллы. Я дам вам знать, когда разузнаю больше. Спасибо, мисс. Квинни будет достаточно. Я оставила свое старое имя где-то в прошлом. Оно мне больше без надобности. Странно, что она не хочет пользоваться своим настоящим именем. Она сказала, там много потерянных людей. Так много бездомных детей. Почему Ханна? Ты имеешь в виду, почему именно эта девочка из тысяч других?
Остальные имена, лица. Она личность. Она важна для меня. Это все, что тебе нужно знать. И ты отняла уже достаточно моего времени. Нужно вернуться к работе. Нам Так, насколько я понял, нам нужно вернуться к тележке, где мы с вами покупали еду, помните? Эй, есть минутка? Не, спасибо, нету что-то. Минутки. А, где же эта башня была? Откуда мы сюда пришли? Так. Ну и куда же ты сегодня? Наша так, квартира справа от Sonnenschein Plaza, в удачно названных Sonnenschein террасах от ОПТ. Солнечная жизнь, да. Штаб предвыборной кампании, правильно я понимаю? Наша квартира справа... Нет. Штаб предвыборной кампании у Мински находится у базара Пропасти, рядом с храмом. Магазин Мира находится в Бриксе. Штаб предвыборной кампании у Мински... Офис Реза неподалеку от Престависты, старых речных доков. Тележка Неллы прямо у входа в башню Сишадри. Наверх... Я иду в башню Сишадри. Так, башня Сишадри. Самая высокая башня Пропасти. Она находится прямо здесь, дорогуша. Если тебе вдруг понадобится веселый коренастый шестистволку и опасный ворон-ковбой, чтобы показать путь в любую точку пропасти, позови вороненка. Хорошо. Так, погоди. Башня. Ну, по-моему, я не мы... Любитель снов от кутюр. Не помните, по-моему, по ступенькам, да, поднимались, если не ошибаюсь. Зачем переплачивать? А точнее, спускались. Так что давайте попробуем найти сейчас ступеньки, подняться на самый верх. И найти эту башню с тележкой. Так, вроде сюда. Ну, вроде бы мы, когда уходили, мы по ступенькам поднимались. Куда-то вот сюда, да? Либо на самый верх. У меня был лучший дримтайм. Это тут вроде... Да, да, по-моему, да. Потому что вон тележка, все. Все правильно. Сейчас узнаем информацию. Вороненок здесь, чтобы подсказать вам это дорогу. Это ты! Что? Кто? Я? Супергерой из моего сна! Ты это она! Прости, я... Я правда не... Я не она, кем бы она ни была. Да, ты была в моем сне! Ты сказала мне, что все будет хорошо, и так и было. Ты помогла мне проснуться. Ты ошибаешься. У меня даже нет дримера. Я никак не могла быть в твоих снах. Это была ты, ты была там. Я больше им почти не пользуюсь. Дример? Чаще всего я говорю нет. Как ты мне и сказала. Вместо этого я читаю. Я много читаю. Сейчас я читаю книжку о спящей девочке, которая не знает, что она спит. Я беспокоюсь о маме. Она постоянно в дримтайме. Ей больше нравится проводить время там, чем бодрствовать. Она мало ест и совсем не выходит на улицу. Спасибо, что помогла мне. Зои, верно? Спасибо, Зои. Как ты... Я же не... Помните, вначале... Вначале мы помогли этой девочке. Что это было? Я не... Не знаю ее. Или знаю? Ушла пополнять запасы. Странно. Нелла обычно не оставляет свою тележку в рабочие часы. Обычно она пополняет запасы заранее. Пополнит запасы и куда? Все равно понятия не имею, где искать Неллу. Может, она оставила записку? Думаешь? Ушла пополнять запасы. Странно. Нелла обычно не оставляет свою тележку в рабочие часы. Обычно она пополняет... Ну все. Записку. Ящики с едой. Вот так Нелла получает свои ежедневные поставки. Так, карточку взяли какую-то. С вами, да? Так, значок. Хорошо, но явно не сюда, правильно? Что я делаю? У меня сегодня нет еще одного сеанса с доком. Ну вот. Скорпиона на палочке от Севку, с него всей пропасти не найдешь. Я только что приготовила партию пьяруги. Эй, ты потерялась? Не проблема. Я могу подсказать тебе дорогу в... И запас. Да, давай. Шестистволкою опасной. Ворон-ковбой.
Тележка Меллы прямо у входа в башню Сишадрия, на верхнем уровне. Магазин Мира находится в офис Резы неподалеку от... Мы покупаем еду на вынос в Бриксе, по крайней мере... Я слышала, что улица Копрова была одной из главных магистралей до последних строительных работ. Это там же, где находится станция метро. И что? И что ты нам даст? Где на карте Копрова? О, это довольно жуткий райончик, куколка. Гляди в оба и держи руки на шестистволках. Будь готова! Было приятно вам помочь в такой хороший денек, мисс. Так, если не ошибаюсь, то нам нужно в этот вот Карпово, или как этот рынок, правильно? Так что побежали. А где он может быть? Возможно, там, где мы брали с вами задание. Давайте туда и сбегаем вниз. Ну, на рынок, где, помните, мы видели эти, как его, товары, она такая, если я возьму эти товары в руки, придется купить, но покупать я их не хочу. Да, извиняюсь. По-моему, направо. Я таки извиняюсь. Ну, скажите спасибо, что вас... Но вас не плюнуло, так что побежали. О, по-моему, сюда. Так, давай искать. Шук. Нет, это не то, да? Но явно она не здесь купляется. Здорово. Честно, я волнуюсь за Фриду. Она целыми днями подключена. Я спрашивала у всех, что это за башня, и никто не знает наверняка. Некоторые говорят, может, нам потом расскажут. Что это были эти гравитационные установки еще до коллапса. Другие, лицо у Мински развешано по всему городу. Единство получает огромную поддержку вот, перед выборами. Копрова. Я действительно думаю, что у них, у нас, есть хорошие шансы. Угу, вот магазинчик, да? Значит, нам сюда? Я так понимаю... Подруга, я же сказала, что выполню свою часть. Именно так и сказала. Но мне нужно где-то установить границы дозволенного. Я тут собираюсь нарушить баланс силы, понимаешь? Сам Бонза подумает дважды. И я не собираюсь все просрать просто ради того, чтобы просрать. Я на такое не подписывалась. Я хочу забрать свою поставку и вернуться кормить свой район. Если получится заодно обратить пару соций тупоголовых, отлично. Если нет, не мои проблемы. Это не похоже на слова того, кто предан своему делу. Ох, да пошла ты! Я доставлю, как и обещала. Не нашла подругу, которая снабдит меня нанотехнологией. У нее есть специальный доступ, пара дней, максимум неделя. Но пока Ока суется в мои дела, совершает беспорядочные акты личного вмешательства со своими дронами и пропускными пунктами повсюду, время действовать осторожнее. Как бы нас вообще не лишили нашей тележки с едой, еды и свободы. Если тебе нужно что-то еще, бро, я в игре. Я помню, ты говорила, что будешь заниматься делом, а не трепаться языком. Мне нужно где-то провести черту, и это будет именно здесь. Неважно. Главное, чтобы ты все доставила. Коло, серьезно, я хоть раз не доставила? Твори добро, бро. Так, идем. Пообщаемся. Пута, дурочка, что ты здесь делаешь? Я просто... Тебя не было у тележки с едой, ну и я пошла искать. Ты пошла искать? Ты шпионишь за мной, Зика? Господи, угомонись, Нелла. Нет, я хотела спросить тебя о Хане Рот. Хане? Хане, нахрена? Мне нужно найти ее. Это не ответ на мой вопрос. И ты ее не найдешь, она... Шайсе, просто прекрати. Прекрати искать, прекрати спрашивать и прекрати преследовать меня. Это не то, во что бы тебе хотелось быть втянутой. Просто забей и уходи. Убирайся отсюда. Ты не пойдешь искать Хану, и ты не будешь спрашивать меня о ней снова. Убирайся нахрен отсюда! Даже так? Как грубо? А если я тебе сделаю так? Не, не хочешь? Хорошо, закрыть. Куда ты? Вот сюда. Закрыто. И звонка нет. Видимо, тут по записи. Угу. О, это тут сзади есть адрес. Коллектив. На Копрова.
Так, закрыто. Вернуться. С тобой нельзя да больше и поговорить. Ханарот подождет. Ханарот только что опустилась в моем списке приоритетов. По крайней мере, до тех пор, пока Нелла снова не станет прежней. Окей, тогда предлагаю, ребят, вам в следующей серии продолжить наше, хотел сказать, путешествие. Ну, в основном с вами путешествуем, так что... Путешествие с вами продолжим. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, да потом. Потом попробуем в следующей серии найти девочку, которая нам говорила. Та женщина на лодке. Так что все, всем пока-пока.